Ну, что я могу сказать? Я сейчас уже иду в Бенбанк. Пришла циферка от ООН на Western Union. Ну, я говорю, деревья пилят. И по барабану. Зима идет. Кубы нужны. Тепло в комнату должно поступать. Ну, а как по мне, лучше бы дерево еще стояло. И давало нам кислород, которого нам так не хватает. Когда-то был я в первом классе, учился. Тогда был «Зеленый патруль». Идем мы с кинотеатра Южного. Был такой кинотеатр. Ну и вроде бы немножко шалили, наверное. На следующий день меня вызывает директор школы. Это уже я, может, повторяюсь. Говорит, Миша, выломали деревья. «Зеленый патруль» вас застукал. Ребята, с того момента я деревья не ломаю. Дадут по заднице вовремя. Это действует. Ну, сейчас, короче, получил уведомление от водоканала 512 гривен. Вылил воды где-то кубов 7. И за эти 7 кубов 512 гривен. Надо идти к ним разбираться. Обалдеть. А сейчас мы идем в Сбербанк. Итак, ребятки, Мишенька подошел в банк. Подошел к специалисту. Специалист сказал, занимайте очередь в кассу. В кассу очередь огромадная. Я занял очередь. А сейчас иду в приватбанк. Может, там тоже есть этот Western Union. И, может быть, народу там гораздо меньше. Посмотрим. Попытка не пытка. Деньги в кармане не жмут, если они есть. Вот так. Они жмут, когда их нет. Ну что, очухался я немножко. Поглядел на себя со стороны. Выскочил в брюках, в которых я сплю. Не, ну не в пижаме, конечно. А брюков, которые, так сказать, хожу по дому. За деньгами выскочил даже, наверное, в трусах. Если бы сказали, о, огонь, вперед. Ну что ж, идем дальше. До приватбанка еще минут 10 ходьбы. Ну что, Мишенька уже в парке, уже почти что подошел. Что я хочу сказать? Дадут деньги, а вот потом захотят, и возьмут и заберут. Так было, как говорится, 6500 дали кому-то там. А теперь очень много украинцев должны. А где их взять эти деньги? Не печатают они их. Надо зарабатывать. А где? Вот так. Секрет. Создавайте свои предприятия, ребята. Новые рабочие места. Миша вам рекомендует. Так, немножко переведи дыхание, Мишенька. Ты вошел в парк. Пройдешь его насквозь, как нож по маслу. И очутишься рядом с приватбанком. Огонь, Миша, вперед. Это ты, девочка моя. Это ты, любовь моя. Что ты заказываешь, любовь? Заказ ваш. Ваш заказ готов. Ну что, ребята, я дошел до сюда. В приватбанк очередь еще больше, чем в Ощадбанк. Обалдеть. Ну, надо занимать очередь и там, и там. Ребята, стоял я тут когда-то недалеко за 1000 гривен, которую давала Юлия Тимошенко. Не получил. Но эти 2200 от Международного фонда мы должны получить. Ну что, была проблема получить гуманитарку. Теперь проблема получить денежки помощные. Проблемы возникают на ровном месте. Не знала баба Клопоту, получила помощь от ООН. А народу там много, толпится. И я приду туда. Ну, я доволен тем, что я пробежался туда-сюда. Как там, чтобы там не говорили, что движение – это жизнь. Мне нравится сюжет, который я только что сделал, сами понимаете. И вы его увидите в разделе «Шорт». Ну и сюда я немножко добавлю. Это видео о том, что ваш заказ принят, выполнен. Ну что, будем стоять в Ощадбанке. Если сегодня не дождемся, будем стоять завтра в приватбанке. Вот так. Не могли они это все сделать так, чтобы поменьше хлопот было бы. Перечислили бы на карточку, и не было бы проблем. Но, значит, есть проблемы. Ну что, ребята, я могу вас всех удивить. Я встретил даму, с которой... На которой женат был мой друг-товарищ, с которым мы лежали в одном роддоме, который находится в Запорожье. Ну, я вас тоже откуда-то знаю. В 1955 году. Мы еще в историю попадем. Это кошмар. Это не, ну, я с ним сидел за одной партой. Он был самый высокий, самый... Ну, я всегда говорю, что меня в роддоме подменили. Ну, ребята, вы даже не представляете. Ну, я вам только что говорил, только что докладывал, что встретил... В очереди с гуманитарной этой помощью даму, которая была жената на товарище, с которым я лежал в роддоме. Учился в одном классе. И другой товарищ, Александр Михайличенко, забыл, помню лица.
А Женя лежал, как сами понимаете, в роддоме на одной койке рядышком. И еще один у меня есть товарищ. Ай-яй-яй. Такое можно быть только раз в году, перед самым днем рождения. Не знаю, что вам сказать, нахожусь в шоке. Можете написать, поделиться этим впечатлением. Встречали вы такое? Случалось ли в вашей жизни встретить человека в очереди, который был женат на тем человеке, с которым вы лежали в роддоме? Гляжу вам прямо в глаза. Можете похлопать, поставить плюс и порекомендовать это видео для продвижения. Вот такой Миша Потапенко. Получается, стоило получить перевод из Western Union. Ну что, Михаил Григорьевич, попытался достояться, но, можно сказать, перед моим носом двери банка закрылись. Надо занимать очередь с завтрашнего утра. Всем спокойной ночи, спасибо за просмотры и держите за меня кулаки и пальцы. Можно сказать, бай-бай.